Салеп – напиток, который очень популярен в Турции и похож на кисель. Но получается очень нежным, сладковатым и густым. Сегодня я познакомлю вас с классическим и рецептом из более доступных продуктов. Салеп или сахлеп – молочный горячий напиток родом из Турции. Классический вариант салепа готовится из корня порошка орхидеи и молока. Сахар в него можно добавлять или нет, это зависит от желания. Порошок сейчас можно заказать по интернету или привезти из поездки в Турцию. Но учтите, что настоящий порошок стоит недешево, и вместо него вам могут подсунуть имитацию. Именно ее чаще всего предлагают в кафе, представляя как настоящий салеп. А сделать ее очень легко и дома. Сегодня я покажу вам два варианта, потому что оба они очень вкусные. Молоко 1 столовый кон, 1 и 2 вариант. Порошок салеп 1 чайная ложка, 1 вариант. Крахмал кукурузный, 1 столовая ложка, 2 вариант. Сахар, 1 столовая ложка, 2 вариант. Розовая вода, по вкусу 2 вариант. Ванилин по вкусу 2 вариант. Корица молотая, по вкусу, 1 и 2 вариант. Количество порций, 1. Для начала приготовим первый вариант, классический. Для него потребуются такие ингредиенты, как молоко, порошок салепа и молотая корица. В кастрюлю налейте молоко, добавьте порошок салепа и перемешайте. Поставьте на медленный огонь и варите, все время мешая до загустения. Разлейте по чашкам, посыпьте молотой корицей и сразу подавайте к столу. Для второго варианта потребуется молоко, кукурузный крахмал, сахар, ванилин, розовая вода и молотая корица. Выложите в чашку сахар, крахмал и ванилин, перемешайте. Влейте холодное молоко и перемешайте. Перелейте все в кастрюлю и поставьте на медленный огонь. Варите на медленном огне, перемешивая венчиком до загустения. Сразу перелейте по бокалам, посыпьте молотой корицей и сразу подавайте, пока напиток не покрылся пленкой.